Что им снег, что им зной, что им дождик проливной. Погода никак не повлияла на появление пожарных в городском детском саду номер 2. Мероприятие успешно состоялось. В музыкальном зале встретились воспитанники и сотрудники пожарной части номер 15. Встреча состоялась в необычном формате и началась с театрального представления. Домой тропинкой шел. Где? Воспитатели в костюмах лесных зверей объясняли ребятам правила пожарной безопасности. Сразу в подкрепление теории шла и практика. Новые знания можно было воплотить в жизнь в конкурсах. Ребята бегали, веселились, проходили один конкурс за другим, водили хороводы. Но самым интересным был сюрприз. Как только разгулялась погода, детвора выбежала во двор, а там их ждала настоящая форма пожарного, которую дали примерить на себя. Побывав в форме пожарного, мальчишки и девчонки подробно изучили и пожарную машину. Утолив любопытство и жажду знаний, ребята отправились в группу, а пожарные – выполнять свой служебный долг.